Что писать супружеской паре в брачном договоре, чтобы он укреплял связь двоих, а не разбивал, не разделял их? Что на самом деле, что бы между нами ни случилось, мы всегда будем думать о том, чтобы другому было хорошо. Вы предлагаете даже такую запись в брачном договоре, да? Да, да. Что не может быть такого, чтобы один другому пожелал чего-то плохого. Или сделал бы что-то плохое. То есть это как клятва такая, знаете? Это и есть, да. А если вдруг я пожелаю, а если вдруг во мне вдруг выскочит вот это... Это все нуждается в немедленной коррекции. То есть есть вещи, которые должны быть выше наших желаний, эгоистических расчетов и всего прочего. Вот как, допустим, дети. Так? Что бы ни было, ты думаешь все-таки о том, чтобы им было хорошо. Да. Ну вот и все. И тут то же самое. Понятно. То есть просто вписать это в договор. Вот эту простую фразу. Да.